Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. И сегодня такое видео необычное и для меня, но неожиданное, и для вас, наверное, тоже. В общем, мы с клиникой СМА устроили акцию такую «Тайны Санта». Вот, и заполняли анонимно анкеты, а потом также анонимно друг другу пересылали. Вот, адреса разные, и было 90, я даже не знаю... Много-много людей, в общем, очень много людей. Вот, и я уже получила свою посылку, причем очень неожиданно. Я вообще не знала, кому попаду, что мне пришлют, что интересного будет и так далее. Вот, и передо мной лежит целая куча всего самого разного. И настолько приятно, что люди учли просто вот каждую мелочь и настолько внимательно отнеслись, хотя... Я не акцентировала на это внимание и ничего такого не просила, просто рассказала о своих интересах, да, как надо было в анкете угадать. Вот. И когда я все это получила, не знаю, дико-дико была рада и обязательно отправлю ответную посылку. Вот, и сейчас я вырезала адрес. Вот. Корниенко Ольга Владимировна, город Белгород. Вот. И да, сейчас буду показывать я потихоньку. Даже не знаю, с чего начать. Начну, наверное, с самого такого, чтобы попадаться под руку. Я очень-очень рада. И, не знаю, у меня щенячий такой восторг. Первое, это вот такие вот снежинки. Да, очень классные. Ёлочное украшение, снежинки, 3 штуки. Наверное, вот распакую, повешу их на елку себе. Да, они такие классные, так переливаются разными цветами. Как голограмма. Очень-очень нежные. Следующее, это вот такой вот блокнот идет, он на спирали, очень удобно с собой в клатч его класть, и он с белыми листами, да, то, что надо художнику, и листы здесь такие хорошие, для ручек, карандашей подойдут, и, не знаю, я очень рада, потому что я у нас, ну, не вижу таких блокнотов, обычно они все в клетку идут, вот, даже в линейку сложно найти, и огромное-огромное спасибо за... Вообще, этот блокнот так прикольно, я буду теперь его с собой таскать в сумке все время. И будет ваша частичка со мной всегда. Далее идет набор гелевых ручек, блестящие, очень такие классные, дизайн у них интересный. Я такие еще не видела, видела очень-очень много разных, тоже от Tuxar, очень хорошая фирма на самом деле. У них классные гелевые ручки, я обожаю гелевые ручки. И вот таких цветов у меня нет, у меня всего... 3 гелевые с блестками, это синяя, серебристая и золотая. Вот, ну и теперь у меня будут еще вот такие вот оттенки. Спасибо большое. Затем идет 3 листа очень классных наклеек, которые я тоже у нас никогда не видела. Первый листок вот такой вот. Здесь очень-очень красивые наклейки, особенно снежинка и звездочка, мне нравятся. И они все такие вот крупные. Затем идет вот такая вот большая наклейка, где снежинки тоже можно вырезать, наклеить. С Дед Морозом, просто очень-очень милый. И идет вот такая вот со Снегурочкой. Да, и с олененком, зайчонком. Очень тоже красиво. И мне кажется, классно сейчас будет оформлять личный дневник этими наклейками. Вот, и вообще очень приятно получить даже такую мелочь, как наклейки. Потому что я огромный фан наклеек. У меня целый коробейник их. И это как расходный материал, они постоянно используются. Далее идет вот такой вот набор, даже не знаю, как сказать. Да, ну здесь написано набор декоративных элементов наклеек. Вот таких лично у меня нет. У меня есть розовые, разноцветные, синие еще одни и, кажется, жемчужными, да. Но именно вот таких вот нету. Я постоянно использую вот эти вот стразы куда угодно, причем не вот лентами, как они здесь, да, представлены, а нарезаю отдельно каждый элемент. И обклеиваем блокноты, там какие-нибудь еще разные предметы и вообще все, что под руку попадается и все, чего душа желает. Очень люблю вот эти вот наклейки, точнее стразы. Да, я их стразами называю. Ну, мне кажется, это реально стразы. Вот, потому что декоративным элементом я не могу это назвать. Это тоже для меня как расходный материал, потому что постоянно я юзаю эти вещи. И даже здесь вот сзади написано... Нарисовано, куда можно их еще использовать.
Далее три декоративных скотча. Таких у меня еще нету, особенно вот такого. А здесь красный такой с блестками, голографический, прям под цвет моего маникюра. И зелененький такой тоже. Нет у меня таких. Здесь небольшая намотка, здесь, наверное, где-то метр, может быть, два. Вот, ну, не больше. Я думаю, это фикс прайс. Но у нас таких вот лично не продавали. Как-нибудь я сниму свою коллекцию скотчей для вас. Она огромная. Просто я не знаю, сколько у меня там штук. Но я уже много раз меняла емкость или контейнер, в которых я содержу эти скотчи. Вот, последний раз купила огромную такую коробку уже. Да, кружевную потом покажу вам. И уже в нее даже не вмещается количество моих скотчей. Постоянно тоже я их использую. И для меня скотчи и наклейки — это, наверное, самое любимое, что есть в канцелярии. Я просто, не знаю, маньяк по этим вещам. Еще сколько с Алиэкспресса сказала, они идут. И вот-вот скоро придут ко мне. И вот такой вот скотч. Тоже клейкая лента, 10 метров. Я не знаю, что это за фирма. Арт Узор, кажется, написано. Дарите счастье. Очень актуальный, потому что здесь надпись «С Новым годом». Здесь снежинки изображены, и он очень-очень толстый. То есть здесь реально 10 метров намотки. Я думаю, хватит его на много лет вперед. Вот, и его сейчас я буду клеить на открытки, которые буду посылать ребятам своим, всем знакомым, с кем переписываюсь. И также на конверты, я думаю, и в дневник тоже будет очень классно оформлять, потому что он такой праздничный, весь переливается тоже, серебристый. И с Новым годом! Затем идет классический набор гуаши на 6 цветов, который тоже я очень люблю и очень часто использую, особенно белила и черную гуашь, также голубую здесь тоже. Она очень свежая, сделана в августе 16 года, значит, она будет жиденькая. Что я очень люблю. Вот такой вот набор. Да, и луч, как мне кажется, это лучший производитель гуаши. Также идут мои любимые татуировки, которые я просто обожаю. Я уже покупала себе набор подобный, но другой вы, наверное, видели фотографию в моем инстаграм, где, кажется, да, восточные знаки всякие на мне, инь-янь. Вроде бы, я не помню, что я уже на себя клеила. Вот, и вторая сторона, она вот такая вот, тоже очень симпатичная. Я обожаю золотой цвет, золотую краску вообще, и татуировки с золотыми элементами. Это просто, не знаю, нереально, очень красиво. Как для творческого человека и любителя тамблера, это тоже. Вот это вот мне больше всего нравится, самое красивое, потому что она такая, даже не знаю, как назвать. Напоминает мне полосы тигра даже. Да. Ну, очень красивые здесь узоры, очень интересные элементы здесь изображены, очень нежные. И я думаю, что в будущих видео вы будете видеть на мне эти татуировки не раз. Конечно же, идут кисточки, три штуки из пони. Да, здесь единичка, наверное, троечка и пятерка. Ну, не видно. Среднюю кисточку, вот. Тоже постоянно кисти у меня растрёпываются, заканчиваются, потому что чаще всего я рисую акрилом и смешиваю его с гуашью. И поэтому ворс у натуральных кистей портится, он склеивается, и я предпочитаю использовать для акрила, конечно же, синтетические кисти, либо жесткие, вот, чтобы потом удобно их было отмывать и не жалко было, да, портить. Здесь идет аппликация, сделанная ручками дочурки Ольги. Она сделана из ручек. Елочка такая вот. Очень милая, очень просто, не знаю, теплая, добрая. И спасибо большое за этот подарок. И спасибо большое красавице дочке, потому что, не знаю, наверное, подарок от ребенка — это вообще самое искреннее, самое прекрасное, что может быть. Также здесь идет письмо, которое я не буду, конечно же, зачитывать, потому что это все-таки личное. Вот, оставлю это на потом. Я обязательно на него отвечу лично. И последнее, что идет в посылке, мы вообще, когда ее получили и только начали открывать, еще не видели, что внутри, мы думали, что это коробка конфет, если честно. Да,
Но когда стали дальше открывать, я такая читаю картины, я думаю, что? Это, наверное, точно что-то, что можно делать своими руками. И теперь я знаю, чем занять новогодние вечера. Вот. И, не знаю, так прикольно, так приятно. Такую я сама себе бы никогда не купила, потому что я знаю, что это дорого вроде бы. И знаю, что сложно найти что-то такое, да, у нас тоже. Хотя, может быть, в больших магазинах, детский мир там и так далее, можно еще это найти. Но, опять же, все это будет очень дорого. А здесь такой подарок получить, это вообще очень круто, очень приятно, спасибо большое. И здесь чихуахуа у меня тоже. Есть чихуахуа, зовут Тачи. Вот, и очень клево. Такое ощущение, как будто это он, буду его портрет делать. Вот, и, как я уже сказала, это картина из пайеток. Вот, можно будет даже свои элементы добавить, если захочется. И здесь идет в наборе основа, цветная схема, рамка, разноцветные пайетки, пины, гвоздики и инструкция. Да, и мне кажется, что это очень классно, потому что это успокаивает, во-первых. И можно делать не одному, а с другом или с любимым человеком. Вот, занимать так вечер за просмотром фильма, например. Вот, так что теперь я знаю, чем я займусь новогодними вечерами, как я уже сказала. Спасибо за этот подарок, она реально огромная. И очень-очень приятно, ждите от меня ответ. Я постараюсь просто ответить до Нового года. Просто не обещаю, потому что я могу ответить, в принципе, но отправить сейчас за меня другой человек, потому что у нас много снега, я не могу сама на почту выйти. Вот. И все равно ответ так и так будет. Вот, найдите меня ВКонтакте и напишите мне там. Я обязательно вам отвечу. И мы уже договоримся, что и как. Всех люблю, целую, обнимаю. И еще раз спасибо за эту посылку Ольге и ее семье. Это просто что-то нечто. Это чудо перед Новым годом, которого, наверное, не было очень давно. Вот, и это меня очень сильно зарядило и обрадовало. Спасибо большое.